Автопробег, посвященный Великой Победе, стартовал в Москве несколько дней назад. Сегодня патриотическая колонна добралась и до Ульяновска. Участники города выстроились на площади 30-летия Победы и провели торжественный митинг. В их числе оказались и герои Российской Федерации. Один из почетных гостей рассказал, в чем заключается истинный смысл автомобильного марша. По той территории, которой проходит этот автопробег, ветераны встретились не только со школьниками, но и с действующими военнослужащими и сотрудниками Росгвардии, рассказали о своих подвигах, а главная цель все-таки это 9 мая, показать подвиг нашего всего советского народа. Просветить школьников удалось. Несколько десятков ребят познакомились с участниками и изучили образцы безотказного оружия. Также гостям было интересно узнать о маршруте самого пробега. Как выяснилось, из Москвы выехали две колонны в разных направлениях. Первая проехала через Нижний Новгород, Ульяновск и Уфу, а вторая через тот же Нижний, Самару, Пензу и Ижевск. Обе колонны должны встретиться в Казани 28 апреля. Волжане проливали кровь, и защищая Москву, Сталинград, Ленинград на перевала главного Кавказского хребта. Волжане брали Берлин, Прагу, освобождали Европу. Минута молчания, торжественные речи и концерт с песнями об отваге стали совершением митинга. Всего через несколько часов колонна спецназа отправится в Уфу. С неизменным лозунгом «Помним, гордимся, наследуем». Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.